Сегодня в программе мы узнаем, как интересно провести свободное время в ближайшие выходные и окунуться в средневековый мир, даже не выезжая за пределы города. Об этом поговорим с Антоном Панькиным, историком, музыкантом, реконструктором и организатором фестиваля «Щит Сибири». Приветствую, Антон. Сколько воинов пойдет в этом сражении? Ни одного. Все останутся живы. Но если есть победители, будут и проигравшие. Надеюсь, они не падут духом. И это хорошо. Антон, приветствую еще раз. Можно перейдем на «ты»? Конечно. Тогда не будем тянуть, сразу к вопросам. «Щит Сибири» — это праздник для кого? Он для всех или это между собойчик и реконструкторов? «Щит Сибири» — это традиционный для Омска фестиваль, который проходит каждый год, вот уже 15-й раз, в День города и 5-й раз в Парке Победы. Это мероприятие военно-историческое, это фестиваль, оно абсолютно для всех, мы дарим его городу. В нем принимают участие реконструкторы со всей Сибири, порядка 150 человек мы ожидаем, 3000 человек гостей тоже ожидаем. И это все возраста абсолютно, и дети, и взрослые, и пожилые люди, и для каждого мы постараемся создать условия и что-то интересное придумываем. Вот кроме самой реконструкции битвы, да, как я понимаю, будет же что-то еще? Вот что еще вы готовите как организаторы вот 3-4 августа? Мы создаем уникальную совершенно среду. Я бы сказал по-свойски, что мы делаем сказку, что Средневековье, тот легендарный романтический период, наполненный историями, которые так нравятся людям, он оживает. Оживает потому, что люди, они воссоздают элементы материальной и духовной культуры, и более того, участники погружаются в это, начинается настоящая игра. И люди, кто приходит на фестиваль, они вот эту грань не чувствуют между зрителями и участниками. У нас сделано все для того, чтобы людей вовлечь в действие, чтобы они могли себя в чем-то попробовать. Это интерактивный формат. На фестивале есть батальная программа, она очень насыщенная, очень мощная, и год от года только силится. Есть интерактивная часть, в которой мы вовлекаем зрителей. Есть непосредственно ЛХ-блок, это лагерь живой истории. Прежде всего, это уникальная атмосфера, атмосфера дружеская. Несмотря на то, что сражение в полную силу и все по-настоящему, приезжают друзья из года в год, и вот эту атмосферу они как раз отмечают. А как ее создать, эту атмосферу? Из чего она складывается? Ну вот, как я уже сказал, прежде всего, это хорошие люди, хорошая команда и наши друзья-реконструкторы. Конечно же, антураж имеет большое значение. И это и поляна, и костюмы, и шатры, и то, что мы строим. За неделю, 10 дней примерно мы заезжаем и строим. Будем строить крепость, муляж крепости, который мы будем по-настоящему ломать, разбирать и штурмовать. И, конечно же, очень много мелочей. Музыка в том числе, танцы в том числе, живая музыка. В воскресенье вечером у нас будет концерт, приезжает группа из Новосибирска, X-Pipes, они будут играть на волынках и других старинных инструментах. Конечно, ведение, сопровождение мероприятия, которое делаю я, рассказывая, что где происходит и почему это все вообще нас так захватило, почему мы этим живем и приглашаем в свои ряды. А что вы реконструируете? Что это за битва? Что, может быть, это какое-то одно сражение или, например, там, за 2 дня вы уместите целую войну? Мы реконструируем с 9 по 16 век. Это и территория нашей страны, Руси, и непосредственно сопредельных государств. У нас есть и викинги, и японцы, у нас есть германские наемники, ланскнехты, есть рыцари эпохи классического средневековья. Конечно, русичи, их много в Омске. У нас один из основных клубов занимается Русью. А чем зрители занимаются? Ну, понятно, что смотрят в основном. Ну, вот ты говорил про интерактивы. Что это? Можно пострелять из лука, метнуть копье? Да, можно пострелять из лука, можно метнуть копье или топор, можно посетить экскурсию в лагерь живой истории, где реконструкторы все это время живут в шатрах, спят на тюках, набитых сеном, готовят себе еду и ходят исключительно в исторической одежде. И там вот этот быт, он оживает. Это, по сути, музей живой истории под открытым небом. Ну и вообще все происходит очень близко. С одной стороны, мы думаем всегда о безопасности, а с другой стороны, стараемся, чтобы люди, они не наблюдали с холма, а чтобы в непосредственной близости они могли чувствовать. Особенно дети, которые приходят на мероприятие, потому что мы закладываем такие ценности, как воля к победе, мужество, взаимовыручка. Если мы говорим о командных поединках, у нас 5 на 5 вечером в субботу самая жесткая спортивная номинация. И когда люди стоят близко на расстоянии вытянутой руки, они понимают, что все это по-настоящему.
И вот ощущение, именно ощущение формирует ценность. Недостаточно прочесть книгу или посмотреть фильм. Нужно почувствовать и увидеть, что другие люди этим живут. Это машина времени, мы ее запускаем каждый год. А вот про поединки. Вот, они всегда красочные, да, они с лязгом металла. Красота поединка – это в первую очередь тренировка бойца или его смелость? А кто на чем вывозит? А действительно бывает, что летят искры, трещат щиты. Иногда я даже прошу выключить музыку для того, чтобы мы послушали голос войны. Иногда у нас играют живые барабаны, волынки. Но, конечно же, тренировка, особенно сейчас, вот в наши дни тренировка решает многое. Потому что историческое фехтование, не только реконструкция, а именно фехтование, это уже спорт. И бойцы очень подготовлены, они хорошо тренируются, появились сложные техники, приемы, появились свои профессионалы, которые по стране путешествуют, дают мастер-классы. И это, конечно же, основа победы. Но есть ведь и удача, ее мы тоже не отменяем. И, конечно же, есть какие-то внутренние силы, резервы, тот самый раш, когда боец не понимает сам на чем, но он как бы черпает силы откуда-то из глубины, и даже слышит, как его поддерживает публика, потому что люди очень активно переживают, а команды, у них есть свои девизы, они их кричат, и сквозь шлем это все-таки пробивается. Как сами реконструкторы готовятся? То есть снаряга делается отдельная, костюмы. И вообще, это потом что-то остается или после вот фестиваля все в труху? Ну, вообще, реконструкторы этим живут, поэтому они тренируются и готовят костюмы в течение года. И более того, в конце мая или даже начале мая начинается летний фестивальный сезон. И, как правило, в последние дни многие дошиваются. Кто-то будет дошиваться непосредственно перед щитом Сибири, и это нормально. И, конечно же, все снаряжение потихоньку сыпется. Да. И это здорово, потому что крепость не живет без войны. Ее нужно постоянно ремонтировать. И когда снаряжение ломается, оно приходит в негодность, боец понимает, ну, надо что-то делать новое. И делает что-то лучше, чем было. И это здорово, я считаю. И у многих по два, по три комплекта, особенно костюмы, стоимостью, допустим, по 100, 120 тысяч или даже дороже. Просто костюм, даже не доспех. Некоторые настолько глубоко в этом, что они подбирают ткань, аутентично красят ее. Переплетение нитей должно быть соответствующее, швы, крой. И всему это очень много времени уделяют люди. И вот благодаря этому мы можем говорить, что «Щит Сибири» в том числе это не аниматорский фестиваль, это не просто игровая поляна, это действительно машина времени. А что происходит за кулисами вот этого фестиваля, праздника, когда зрители смотрят что-то одно, да, допустим, вот как сейчас мы поговорили, боец там начинает латать свои доспехи. Что еще есть за кулисами? Вообще происходит фестивальная жизнь, потому что за кулисами начинается на самом деле вечером, когда основная программа проходит, когда все уже отбились, конкурс костюма прошел, латный турнир прошел. И когда все это заканчивается, в лагере начинается пир. У нас музыка, у нас танцы, у нас кулинарный конкурс, готовят блюда, да, 5-6 команд, может быть, по средневековой рецептуре. И, конечно, у костров, и песни, и театр, в том числе театр теней. И это то, чего зрители не видят. Ну и, конечно же, они наслаждаются закатом и восходом, и купаются в озере, потому что многие говорят, у вас такое замечательное место, вот надо посмотреть на эти закаты ваши омские на острове. И, конечно, после битвы искупаться в прохладной реке. Ну и последний вопрос. Чего ты сам ждешь от «Щита Сибири» в этом году? Чего я жду? Я жду от «Щита Сибири» перспектив. Потому что для меня фестиваль тесно связан с моим развитием. Если в прошлом году я поставил... То есть когда-то я поставил задачу найти оптимальное место. Оно нашлось, так получилось. Мы туда переехали. А потом я поставил задачу сделать так, чтобы программа работала очень хорошо, как часы. Все происходило, и в это не нужно было вмешиваться. В прошлом году мы это реализовали практически, да. Потом фестивалю нужны были ресурсы. Его нужно было наполнить финансами, чтобы мы могли пригласить участников из других городов в большем количестве. В этом году эта задача решена. Какой будет задача в следующем году, я не знаю. Да, но вот то, о чем мы сейчас проговорили, мне очень нравится. Заехать пораньше и заняться экспериментальной археологией, чуть больше науки, да, и, конечно,
бойцов можно привести издалека, хороших подготовленных бойцов. И, в общем-то, часто задают вопрос, а чем вы порадуете нас, а чем вы нас удивите, да? Вот я думаю об этом, и ответ приходит всегда один. Да ничем удивлять мы не будем, потому что наша задача не создание вау-эффекта, а поддержание той атмосферы из года в год, которая есть, и люди приходят и говорят, мы пришли к вам, и снова хорошо, и снова придем. Вот что важно, вот эта атмосфера важна, все силы брошены на это, я думаю. А фестиваль, он уже сам собой растет, я надеюсь, он продолжит жить. Тогда удачи вам с фестивалем, хорошо отдохнуть и славно порубиться. Спасибо, спасибо большое, все сделаем. Начнем неделю бессознательно. А мечей приглашают на открытие выставки, которая разбудит положительные эмоции, поможет человеку заново пережить сновидения и начать фантазировать. Картины, уверяют организаторы, держатся на системе трех координат – идея, эмоция и цвет. На сцене Омской филармонии в среду зазвучат саундтреки из популярных американских фильмов «Искупление», «Терминатор», «Ла-Ла Ленд». Омский симфонический оркестр сыграет под руководством маэстро Васильева. Противостояние героев серии фильмов «Форсаж» продолжается. Персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэттема вновь вынуждены спасать мир, и делают они это на дорогих и очень быстрых машинах. 2 августа «Жизнь меча» превратится в цветы, открывается флора. В этом году цветочная выставка посвящена году театра. Кроме омских мастеров, в сквере у Воскресенского собора отметятся и флористы из Китая. Утром в субботу на Соборной площади стартует 30-й Сибирский международный марафон. Участники выйдут на дистанцию 42 километра, а также полумарафон и забеги на 10 и 2,5 километра. Спортивные выходные на Соборной площади продолжатся в воскресенье чемпионатом России по силовому экстриму. Сверхчеловеческую силу атлеты покажут с помощью металлических бревен и камней Атланта.